Вопросы языковой политики обсудили сегодня во Дворце языков. Управлением по развитию языков Алматинской области был проведен семинар на тему вопроса визуальной информации и ономастики. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы о нарушениях законодательства при размещении объектов наружной визуальной рекламы, а также наименования и переименования населенных пунктов и их составных частей. В мероприятии приняли участие научные сотрудники Института языкознания имени Ахмета Байтурсунова, специалисты областной палаты предпринимателей, и учителя. Пришедшим на семинар-тренинг разъяснили понятие ономастических терминов. Участники высказывали ряд предложений и обменялись мнениями по этому поводу. Также было отмечено, что необходимо восстановить древние историко-географические названия. Мы проводим работу в направлении ономастики уже достаточно давно и по всей области. Главная цель на данный момент – проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной работы в области ономастики. Подобные мероприятия будут проводиться чаще, так как ономастика – дело тонкое.